Пошли наши! Наши пошли! Пошли инопланетяне! Увидели, начали стрелять! Тех, наши отступают! Отступают! Отстреливаемся, давай! Давайте, давайте, стреляем! Бах, 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 бах! Хорошо! Стреляем, я говорю! Пошел, Бельский! Отлично! Бах, бах, всех убил! Я к каску подошел! Текст! Дайте мне танки! Армию и ракеты! Я успею! Я спасу эту грешную землю! Все, стоп! Нет, ну что, ничего, ничего. Здравствуйте. Думаю, многие видели фильмы, кадры из которых мы сейчас показывали, но, наверное, далеко не каждый знает, что путевку в жизнь этим картинам дал наш земляк, режиссер Владимир Потапов. И сегодня Владимир Алексеевич Потапов, гость нашей студии. Добрый день, Владимир Алексеевич. Профессий много, но прекрасней всех кино, кто в этот мир попал. Навеки счастлив стал. Стал ли счастлив, навеки попав в кино, Владимир Потапов? Наверное, да, потому что так получилось, что я до этого много чего попробовал. Закончил политехнический институт и работал конструктором в ГСКБ ФС, ну, в ЗТСе. И даже мастером успел поработать на заводе, но потом как-то вот, видимо, мое хобби, мои пристрастия и склонности к художественной самодеятельности перевесили, и поэтому я, наверное, вот так вот по касательной ушел в кинематограф. Но далеко не каждый из известных режиссеров, артистов тем более, приходит в кино, окончив специально для этого какой-то вуз. Я вот про Евстигнеева слышал, что он тоже начинал где-то на заводе, играл в ансамбле. Да. Что в Ульяновске подвигло? Это еще, наверное, какие-то студенческие КВНы тогда были, или что, ансамбли какие-то? Даже раньше. Раньше был даже, такой да? У нас пионерский лагерь имени Облукова, и там был конкурс, которым нужно было экранизировать песню. И вот мы брали какую-то известную песню и выходили там, например, «Катюша». Там выходили на берег «Катюши» над рекой. И вот такой конкурс был у нас в пионерском лагере, и, наверное, с этого началась моя вот эта профессия. Тогда еще мы все это начинали. Ну, я думаю, конкурсы какие-то у всех были, но не каждый вот это как-то транспарирует в плоскость профессиональную. Для этого нужны, наверное, и смелость, и отвага какая-то, и бесшабашность отчасти. Ну, как можно вот весь привычный уклад жизни поменять и рвануть вот в этот омут, который кино называется, тем более в Ульяновской киностудии нет и не было никогда, да? Ну, пока нет, скажем так. Надо было в столицу ехать. Для этого денежки нужны. Это риск серьезный. Как это было? Помните, Владимир Алексеевич? Ну, насчет смелости не знаю. Просто я рос сначала на улице Кирова, а потом мы переехали, скажем так, в 16-й квартал за Свиягу. Я учился в 15-м квартале, и этот район достаточно серьезный был тогда еще, и сейчас остается. Поэтому приходилось как-то выживать на улице, и, может быть, поэтому я стал заниматься спортом, в частности, карате тогда было очень модно. Ну и стал, наверное, смелее. А творческий наклонность, ну, это я всегда занимался в изо-студии у Льва Николаевича Нецветаева, рисовал. И поэтому как-то вот все вместе, наверное, в итоге и воплотилось в профессию вот, кино. Девяточка. Добрый день. Капитан Морозов. Предъявите, почему? Чисто выбрит на крахмалин ветер. Что-то не так, командир. Ты извини, а то там ехать пора. Как говорят, ваше время — наши деньги. Пойми, братуха, куда едешь? Незаметно. Да на охоту. Пролетает. Птичек постреляй там, зайчиков, кабанов, если получится. И в кармане быстро деньги тают. Выйдите из машины. Людочка да Танечка работают. Да не вопрос. Тут я же тебе говорю, мы торопимся, едем все мирно, ничего не нарушаем. Слушаем красивую музыку. Да музыку любишь? А вам что, особое приглашение? Отпустил бы ты нас, по-добру, по-здорову, а, командир? Дорога пустая, время позднее. Как бы что ни случилось, а? Я же сказал, выйдите из машины все. Во враг его живо. Назад другой дорогой поедем. Ну, шпана Засвияжская, наверное, конечно, не могла знать, что она провоцирует как бы будущего режиссера на то, чтобы он своей смелостью покорял столицу. Помните этот день, как уезжали, и в Москве-то надо было как-то устраиваться? Это
Средства, деньги? Не, ну я не то, чтобы как бы так эмигрировал быстро, так что меня как бы шпана достала. Нет, дело не в этом. Я уехал в гораздо более взрослом возрасте, в 33 года. Ну, после уже вуза поработал. Хотя для кинематографа это может быть и поздновато, но для режиссера самое то. Вот. У меня много друзей осталось сейчас в Ульяновске, и лихие 90-е как бы застали не только так вот. Но и по-другому мы до сих пор дружим со всеми. А уезжал я просто из-за того, что, чтобы сменить профессию, чтобы все-таки заниматься любимым делом. Потому что здесь я попробовал этим заниматься тогда еще в филиале МГУ, в нашем госуниверситете. Работал у Полянского в студии, снимали какие-то маленькие постановочные фильмы для КВН. Вот с них, может, собственно, и началось. Я просто руководил в ту пору уже командой КВН УлГТУ. Басилашвили как-то рассказывал, я пришел к ним в театр желторотым 40-летним юнцом. Да-да-да. 33-летним, да? Приехал Владимир Потапов в столицу, и семья уже была. Наверное, как-то кормить, поить надо детей, да, жене какие-то средства. Москва-то ведь не ждет никого, да? Ну да, но тогда всем приходилось выживать. Вы же помните, произошло в стране много демократических событий. И мы все занимались бизнесом, что-то покупали, что-то продавали, каким-то образом сводили концы с концами. И на какой-то начальный капитал я и уехал в Москву. И поступил в школу кино, рекламы и телевидения. Слышь, парень, шел бы ты отсюда, а? Как пробивался в большой кинематограф Владимир Потапов? Ну, у меня то ли к счастью, то ли, я не знаю, к сожалению, не было ни друзей, ни знакомых, ни родственников в искусстве, и до сих пор нет, если не считать моих детей, которые пошли вот по стопам. А друзей тоже в искусстве нет? Я уж так к словам придираюсь. Нет, друзей в искусстве полно теперь, да, особенно. Особенно сейчас. А тогда в Москве, я имею в виду... Родственников, никаких родственных было, да. Связей. Таких и я просто-напросто начал с площадки, с профессии администратора, с профессии замдиректора. Потом пошел, был реквизитором, ассистентом по реквизиту. Около 5 лет работал вторым режиссером. И вот так, шаг за шагом, степ-бай-степ, я дорос до того, что мне позволили... снять документальный фильм, какой-то первый мой, он на тему экуменизма, это слияние католической и православных церквей. Я снял 3 документальных работы, после чего вот где-то в 2004 году снял свой первый дебютный фильм. Критики должны заметить хотя бы документальный фильм, чтобы кто-то доверил денежки свои режиссеру, ведь без денег снять ничего невозможно уже давно. Ну, эту студию, на которой я начинал снимать документальное кино, и она была, финансировалась не здесь, это была итальянская студия, просто был наш вариант, и они снимали для Европы эти фильмы. А то, что я снимал здесь, это уже были деньги Госкино, это уже мне официально подавали как режиссера мои продюсеры и защищали проекты эти. Тогда, правда, по-другому, не как сейчас. Но вот выигрывали тендеры, все как бы, как у всех. Всегда мы понимали, ну, дети Советского Союза, кто интересовался кино, что на съемочной площадке главный режиссер. И в кино вообще главный режиссер. В 90-е годы режиссеры и по хлебокомбинатам ездили, и по мясокомбинатам денег просили на фильм, то есть как бы продюсером выступали, да? На самом деле в фильме кто сейчас главный? Продюсер или режиссер? Или кто-то еще, может быть, какая-то есть третья фигура, которую мы и не знаем? Нет, в производстве фильма, если начинать сначала, как бы отбор сценария, темы, утверждение его в Госкино и получение денег, конечно, сейчас есть отдельная профессия, которая называется продюсером. Но дальше воплощение уже этой темы, воплощение фильма, подбор актеров, монтаж и все остальное, это, конечно, остается прерогативой режиссера до сих пор. Хотя продюсер, естественно, как заказчик, имеет право своего голоса, и больше того, этот голос главным, конечно, сейчас является. В этом году 10 лет исполняется, насколько я знаю, первому фильму
художественному игровому, да, «Мы умрем вместе», он да, называется. Да. Ну, наверное, кусочек небольшой сейчас посмотрим, чтобы освежить в памяти те события. Владимир Алексеевич, как шла работа над этим фильмом? Помните, какие-то сложности были? Ведь это все впервые, наверное, было в роли главного-то на «Капитанском мостике». Ну да, конечно, это было такое трепетное как бы, событие для моей биографии, потому что фильм первый, естественно, было очень тяжело его снимать, но его скорее тяжело было, потому что у него был не такой большой бюджет, как сейчас, вот, и какие-то вещи, которые хотелось вот, воплотить, они не получались только из финансовых соображений. Ну, вы же сами понимаете, что идет распределение как бы, кадров, там, этот кадр хочет снять с крана, этот с вертолета. И, конечно, никаких вертолетов у нас в картине не было, экранов. Но, тем не менее, мы сняли очень хороший психологический триллер о любви. В принципе, я все картины снимаю о любви. Наверное, ничего другого в жизни-то и не существует у людей. Это тебе. Спасибо. Привет. Я сказала милиции, что это был грабитель. Что он был одет, как разносчик пиццы. И не жалко тебе? Курьер в пицце. Я его простила. Только видеть больше не хочу. Знаешь, каждая девушка мечтает, чтобы ее любили больше всего на свете. Я больше не буду об этом мечтать. А я буду. Работа с актерами как складывается и складывалась вот на первой картине? Легко вы находите вообще взаимопонимание? Актер ведь тоже человек непростой, да? Каждый видит как-то своими глазами. Или некоторые вот актеры все-таки как бы воле режиссера доверяют? Ну, все актеры доверяют ровно настолько, насколько они понимают, что режиссер в этом что-то сам соображает. Если нет, им, естественно, тяжело на площадке и трудно, и они начинают нервничать. А так мы находим всегда общий язык с любым актером, и с известными, и с народными, и с малоизвестными. Вообще я люблю открывать актеров, и в моих фильмах очень часто на главных ролях играют актеры, которых еще мало пока знают, молодые, начинающие. Но вот мы даем им путевку в жизнь таким образом нашими фильмами. И вообще, вот у меня на сегодняшний день 10 полнометражных картин, из них где-то около 7-8 призов получали именно актеры за свои роли в моих картинах.
Потапов Владимир Алексеевич. Российский режиссер, актер, сценарист. Родился 8 октября 1963 года в Ульяновске. Снял несколько документальных фильмов в качестве режиссера-постановщика. Автор 10 художественных кинолент. Первый игровой фильм Владимира Потапова «Мы умрем вместе» вышел на экраны в 2005 году и был удостоен приза зрительских симпатий на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», диплома за яркое отображение молодежной тематики фестиваля телевизионных фильмов и телепрограмм. Николай Иванов, сыгравший главную мужскую роль, удостоен приза «Лучший актер» на первом фестивале молодежного кино «Отражение». В 2006 году на экраны выходит фильм «Продается дача». Эта картина награждена дипломами фестиваля «Улыбнись, России» за самую добрую кинокомедию, а также за лучшую мужскую роль – актер Александр Панкратов-Черный. Следующая картина Владимира Потапова «07 меняет курс» удостоена почетного диплома за яркое отражение военно-патриотической темы и приза «Лучший дебют» – актриса Анна Тараторкина. Режиссеру Владимиру Потапову достался диплом за раскрытие темы патриотизма 6-го международного кинофестиваля стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Через 2 года картина «Шепот оранжевых облаков» завоевала приз за лучший художественный фильм о спорте 6-го международного кинофестиваля «Атлант» и специальный приз фестиваля спортивного кино за лучшее воплощение спортивной судьбы. В 2010 году приз «За вашу улыбку» 11-го российского фестиваля кинокомедий «Улыбнись, России» присужден актрисе Инге Оболдиной за роль в фильме Владимира Потапова «Банщик президента» или «Пасечники вселенной». Дальше. Какой-то Болливуд начинается в год по фильму, или это нормально, так сейчас и снимают? Раньше ведь дольше, по-моему, снимали в советском кино. Ну, сейчас еще быстрее снимают, особенно вот телемуви, который вот фильм выходного дня, это две части по 45 минут, то есть 1.5 часа. Обычный формат фильма 1.5 часа. Но производство, конечно, не стоит на месте, развиваются технологии, уже никто не склеивает пленку. И поэтому, если раньше, да, 2-3 года делался полнометражный фильм, то сейчас его делают за год как минимум, или как максимум. Вот. А телевизионные проекты делают, ну, месяц 3-4, и они уже готовы. Где-то месяц подготовки, месяц съемки, месяц монтажа, ну, вот, полгода. Но телевизионных проектов у меня, наверное, 4 телевизионных проекта и остальные. Ну вы как вообще к ним относитесь? В принципе, есть ведь мнение распространенное, что телевизионные проекты современные – это некое вот такое мыло, которое нам в наследство рабыня Изавра передала, да, и потом в России стали снимать в одной комнате, снимают, а в другой сценарий пишут на следующую серию. Так ли это на самом деле? Ну, я понимаю, что разные сериалы бывают, конечно, и телевизионные фильмы разные, да, но общее вот впечатление, что происходит сейчас. Нет, мне кажется, уровень сериалов сейчас значительно возрос, и туда пришли более опытные режиссеры, сценаристы, и все это, да, это похоже немножко на Голливуд, но продюсеры работают, и качество картин, конечно, увеличивается. То есть от откровенного уже брака, который там был, может быть, лет 10-15 назад, уже нет. Сейчас, конечно, этому уделяют большое значение качеству. Естественно, мы можем обсуждать тот или иной сериал, что-то лучше, что-то хуже. Но это зависит от компании и от бюджета, естественно. Я понимаю, что все-таки задача сериалов – это зарабатывание денег, да? Это не то, чтобы искусство было на первом плане. Ну, смотря для кого, если для продюсера, может быть. Но, в принципе, задача для того, чтобы люди смотрели. Что у нас вообще происходит в российском кино? Я имею в виду с интересом зрителей. Ведь все-таки 20 лет с лишним нас кормили какой-то вот такой ватой. Планочка, по-моему, понижалась. И интеллектуальное кино-то, в принципе, оно и раньше было на какую-то очень узкую прослойку граждан рассчитано. А теперь она вообще сохранилась. И как бы Владимир Потапов сказал, он свои фильмы для кого снимает? Для среднего зрителя или все-таки какие-то есть сверхзадачи? Ну, мне, может быть, повезло, я не снимал фильмы о политике. Вот. И, наверное, дальше как-то мне не очень хочется в эту тему, этой темой заниматься. Но
фильмы, конечно, становятся, может быть, попроще, не поднимаются какие-то очень серьезные глубинные какие-то темы, которые в жизни у людей сейчас на каждом шагу. Конечно, кино возвращается к более развлекательному формату. Это более становятся зрелищные картины и работы, чтобы зритель просто, наверное, отдохнул от своих проблем, которые у каждого сейчас накопились. Ну, а все-таки жанр какой любимый для режиссера Потапова? Это драма какая-то психологическая или боевик, вот как 07 меняет курс? Хотя тут и элементы политики-то, по-моему, все-таки тоже присутствуют, от них никуда не уйти в кино. Ну да, но это был такой патриотический боевик, как бы о том, как наши летчики, значит, в сложной ситуации побеждают, скажем так, террористов. Это была работа, ей уже 8 лет, но вот почему-то сейчас именно стали ее чаще показывать на телеканалах. Скорее, я не выбираю жанр, меня просто приглашают на ту или иную работу, а я уже смотрю, насколько это ложится как бы на меня самого. И, как правило, во всех фильмах я придумываю сцены, связанные с межличностными как бы коммуникациями, с людьми, с преодолениями каких-то определенных человеческих качеств, трудностей. И, наверное, я ближе к драме, хотя у меня вот 3 комедии есть в моем репертуаре. Комедии мне тоже, естественно, очень интересно снимать, потому что я начинал с КВН, с Политехнического института, был капитаном команды, сценаристом. Вот. Но вот как-то так вот ближе, наверное, мелодрамы стали с годами, как-то их набралось больше. Ну, вы же понимаете, этот формат востребован, и его больше всего заказывают продюсеры. Приговор. Неприятностей скопилось много, брать не имею права. Отчаяние. У меня диабет, и я слепну. Кому нужна слепая? Надежда на чудо. Тебя там ждет очень хороший врач, один из лучших в стране. Через несколько дней вернешься со зрением лучше, чем у меня. И неоправданная жестокость. Сейчас одна подруга едет в Москву на операцию. Деньги в белом конверте. Она лечиться едет. Ну, прикиньте, тоже диабетик. Владимир Алексеевич, времена, вроде бы, когда фильмы лежали на полках по каким-то политическим причинам, остались в прошлом. Сейчас по каким-то причинам фильмы на полках лежат, вот в частности ваши отснятые, ждут своего зрителя, а может быть, по каким-то другим причинам не выходят. Но я так вот тонкий намек делаю на банчик президента, да, который еще не видел никто. Нет, почему его видели? У него был прокат свой. Просто это комедия гротесковая, и, возможно, где-то, может быть, не совсем она ко времени оказалась. А может быть, кто-то слишком перестраховывается. На самом деле, это очень легкая, смешная комедия о том, как спившийся актер спас планету от нашествия инопланетян. Просто где-то как-то, возможно, кому-то это могло не понравиться, вот поэтому... Что, спас планету или что-то другое? Спас планету, да. Это не могло не понравиться? Возможно, тем, что он сам спас, а к этому не присоединились какие-то более серьезные люди, да. Что не они участвовали в спасениях, а спас простой, обычный человек. Возможно, из-за этого. Но нет, я не думаю. Все же бывает по-разному всегда. Картина должна продаваться, а к продаже картины я не имею отношения. Я просто ее делаю. Gentlemen. Господа. Russian president has just called. Мне только что звонил русский президент. И предупредил меня о чрезвычайной опасности, надвинувшейся над нами в частности и всем человечеством в целом. Через 2 часа, 14 минут и 15 секунд начнется крупномасштабное инопланетное вторжение, целью которого служит превращение Земли в кучку использованного и развеянного Вселенной энергетического пепла. Хорошо! Хорошо! Дальше! Даю!
целью ликвидации возможности перемещения вдоль атомных электростанций космических нанопчел по выстроенным для этого порталам для создания своего энергетического наномёда и с целью предотвращения вторжения инопланетян, русские предлагают отключить все атомные реакторы на Земле. Какие у вас, господа, будут соображения на этот счет? Будут ли еще какие-то другие, более конструктивные предложения? Фильм, фильм, фильм! Фильм, фильм, фильм! Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино — волшебный сон, ах, сладкий сон.